замечательно. А чем понравился? Вы знаете, просто удивительная игра актеров. Вы знаете, вот я вроде сказка детская, вроде не по возрасту, но так играет изумительно. Удовольствие просто на все пять. А чем понравилось? Ну, такой детский позитив вообще, позитивный очень. Волк не ест красную шапочку, а дружбе. Знаете, нам очень понравилось, достаточно интересно, но я бы сказала, что это спектакль для деток, ну, до сегодня, не больше. Да, так весело? Хорошо, спасибо. Спасибо. Нам понравилось. А чем понравилось? Музыка хорошая. Угу, спасибо. А чем понравилось? Красочно, очень замечательные актеры, все хорошо, красиво, добрая, детская сказка, дети в восторге. Очень приятно, очень замечательно. Спасибо. А чем понравился? Чем понравилось? Современный, позитивный, с долей юмора. Яркий, потому что костюмы понравились. Даша? Даша, вот старшая, мне очень понравился Ворон. Хотя я ожидала, что ей Лисичка понравится. Не знаю, она интеллектом, наверное, понравится. А чем тебе понравился? Чем спектакль понравился? Скажи. Не готова. Стесняется. Ага. Вот, ну, в общем, замечательно. Позитивно, весело, ярко. А для какого возраста, как вы думаете? Для какого возраста? Ну, вот у меня 5 и 2. 5 вполне. То есть, ну, наверное, скажем так, от 4 до 7 оптимально. Вот, потому что 2 еще не воспринимает так. То есть какие-то яркие моменты, когда там идут вспышки эмоций, ну, провоцируются какие-то эмоции, она реагирует. Но чтобы вот прям сидеть и смотреть, как старшая смотрела, еще не готова. Так что мне кажется, оптимально 4-7. Спасибо большое.